Всем хорошего настроения. Пришла посылка. Это у нас Китай, сайт AliExpress. Раньше посылки очень долго приходили в Украину. Сейчас же все вроде бы стабилизировалось. И не помню, сколько ждал. Где-то около, по-моему, чуть больше 2 недель. Так. Заказал я вот такие штуки. Это у нас шарнир. Сейчас покажу. Я планирую сделать себе как бы поворотный шарнир на свою точилку. И вот придумал такой интересный вариант. Заказал такой держатель. Он из алюминия или из нержавейки. Думаю, что алюминий все же это. И вот такой шарнирный механизм. Это не весь механизм. Вернее, это весь механизм, но не весь механизм тот, который я придумал. В другом магазине я заказал еще один элемент к этому шарниру. И когда сделаю, покажу вот на своем основном канале то, что я придумал. Так, по качеству смотрим. В принципе, движение плавное. Шарнир мне нравится, сделан аккуратно. Вот это какая-то латунная вставка, наверное. В принципе, все отлично. И как-то я заказывал в другом магазине, была поверхность вот не особо ровная, такая какая-то шероховатая, а здесь все хорошо отполировали или просто какая-то точная такая. Нет, это полировка, видимо, все же, да, это полировка. Я думал, просто какой-то разверткой там доводку делали, но нет, это полировка. Сделан очень качественно, в принципе, мне нравится вот этот шарнирный механизм. И вот эта штуковина, этот переходник, крепление, также сделано аккуратно, в принципе, без заусенец. Потом покажу, что я придумал. Ну, пока всем доволен. Ссылку на этот магазин оставлю в описании под видео. Всем спасибо, хорошего настроения, до свидания.